Фермер из Жамбылской области установил рекорд по сбору картофеля. Около 50 тонн с одного гектара. Благодаря таким объемам он обеспечивает почти весь регион. Подробнее в материале Сергея Целя. Керимкул Бегалиев свой первый урожай получил 25 лет назад. С тех пор трудится на земле. Аграрий из Жамбылской области посадил картофель на 70 гектарах. Чтобы получить высококлассный продукт, он привез семена 4 сортов овоща из Голландии. В прошлом году у нас была максимальная производительность. Мы собрали 440 центнеров. Это значит, с одного гектара 44 тонны. Нам очень интересно, получится ли в этом году нам побить рекорд. В этом году к нам приезжают профессора из Алматы, чтобы лично посмотреть, как растет наш картофель. Керимкул Бегалиев собирает урожай не специальной техникой, а как в старые добрые времена, привлекая ручной труд, не нанося вред продукции бережно и качественно, да и таким образом помогает безработным. Сейчас у меня в подчинении работают 40 человек. Ежедневно им платят по 5000 тенге. Всем предоставляют горячее питание. На сегодня из 6 гектаров у нас обработано уже 2 гектара. Работа в целом не такая тяжелая. Очень удобная вакансия для безработных. Как рассказывает аграрий, в следующем году он планирует расширить горизонты своего бизнеса, намерен открыть предприятие по производству чипсов из картофеля. Региональные чиновники готовы поддержать. Бизнесмен запросил у нас землю под производство в райцентре. Сейчас ради производства они отправятся в Китай, чтобы договориться насчет оборудования. Нужно оформить все документы, потом уже на основании этого мы сможем им помочь. Благодаря упорству хозяйство Бегалиева стало крупным в регионе и теперь может обеспечить картофелем Жамбылскую область. Это один из хороших примеров рачительного отношения к земле, о чем и говорил в своем послании народу президент страны. Сергей Цель, Первый канал Евразия.